Всем привет! Приветствую всех на своем канале Алькуша АСМР. И сегодня я хочу показать, что у меня в моей дамской сумочке. Надеюсь, вам будет интересно и приятно послушать мой обзорчик. Приятного прослушивания. Давайте начинать. Итак, я себе приобрела вот такую вот сумочку. Эта сумка, она недорогая, из бюджетного магазина. Может быть, вы у меня видели эту сумочку. Я делала на нее обзорчик. Она у меня примерно полгода. Я отходила всю зиму с ней. Мне она очень понравилась. Покупала я ее бюджетно примерно за 700 рублей на распродаже. Но она хорошо носилась, нигде не порвалась, ничего, даже не потерлась. У нее имеются два кармана, один внешний, с внешней стороны, вот такой вот кармашек. И второй на замочке. Сумочка достаточно вместительная, потому что я люблю, когда покупать продукты, чтобы можно было туда буханку хлеба положить. Но это я так образно. В общем, я не люблю особо маленькие сумочки. На сумке имеются две ручки. Я еще ее ношу и на вот таком вот ремешке. То есть я его присоединила. И он у меня болтается. Тут он тоже. Его можно отсоединить. Итак, что же у меня в сумке? Давайте я сейчас положу. Он уже старенький, потерся маленько. Ну, это потому что не маленько. Он меня выручал где-то раза три. Он у меня очень давно, уже много лет, просто в сумке лежит. Есть пить не просит, просто лежит. У нас маленький город, да, можно сказать, деревня, у нас очень много собак. Раза три от собак.
Один раз я гуляла с детьми на площадке, к нам овчарка подбежала. Я только показала баллончик ей, она сразу же убежала. Не стала им прыскать ничего. Потом второй раз у меня был рано утром, мне нужно было ехать на вокзал. Я пошла пешком. Идти было минут, наверное, 15. И на меня накинулась собака. А там вот я уже прыснула. В общем, освежает дыхание, укрепляет эмаль, защищает от кариеса. Покупала я ее в Магнит Косметике. Я не помню за сколько. Она надолго тоже хватает. Это тоже удобно с собой брать. Перед разговором каким-нибудь, да, там, после еды, в кафе там или где-то покушать. Съедобная пенка. В общем, классная штука. Она небольшой такой, видите, флакончик. Практически как и вот этот вот. Но очень хорошо выручает. Так, дальше. Конечно же, это кошелечек. Кошелек у меня не тоже не новый. Можно сказать, ему как и сумки. Я их покупала практически в одно и то же время. Он идет на... здесь идет для мелочи. А здесь на магнитиках открываются. Тут разные карты лежат. Далее я уже не буду открывать, да. Он небольшой, удобный, вместительный. Покупала бюджетно где-то примерно в пределах 400 рублей на распродаже в каком-то магазине китайском, я уже не помню. В общем, у нас тоже хорошо он носится. Очень удобный, он не кожаный обычный, но он нигде не порван, ничего, нигде не затерся, хорошо себя он ведет. Дешевый и бюджетный кошелечек. Так, моя хорошая, дальше идем. Так, а дальше у меня пудрочка. Пудру я тоже беру с собой. Что-то.
не дерет волосы. Стоит 150 рублей в фикс-прайсе. Не тяжелая, она очень легкая, классная и суперская расческа. Так, дальше с вами идем. Но это пакетик. Как без пакета? На кассе постоянно спрашивает вас, вам нужен пакет там на Пятерочке или в Магните. На этот случай у меня всегда есть пакет. Положить хлебушек, положить продукты. В общем, что у меня там есть? В сумке есть отделение еще вот посередине на замочке. Там у меня, ну, конечно же, паспорт. Куда без него? Паспорт. Паспорт. Я не буду открывать. Там, конечно же, фотография не ахти. Так, такой вот паспортик. Дальше. Продолжение следует...
хранить косметику. У меня косметика немногочисленная, которую я с собой беру. Это тоже вот такая вот расчесочка. Спасибо.
здесь у меня уже идет пакетик с иконками. Я уже, друзья мои, не буду открывать. Я просто с собой ношу в сумочке. Я не знаю, почему я ношу с собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.